Сегодня в Комитете социальной защиты населения состоялось торжественное вручение сертификатов на получение областного материнского капитала. Эти три семьи – последние получатели такой поддержки от губернатора области в уходящем 2012 году. Мы сегодня очень рады приветствовать вас у себя и вручить вам вот именно решение областной комиссии по выделению вам областного материнского капитала в размере 100 тысяч рублей. Сейчас нашим губернаторам делается очень много для того, чтобы улучшить демографическую ситуацию в целом в нашей области, но и в целом по России. В этом году у нас уже получили областной материнский семейный капитал 29 семей. А вообще, вот последующим, по истечении 3 лет, уже имеют право более 400 семей получить этот материнский капитал. 6-месячная малышка Лера получать сертификат пришла вместе с родителями. В семье Александровых Валерия – третий и долгожданный ребенок. Квартирный вопрос в этой семье уже решен. Не так давно Алексей и Наталья купили квартиру в ипотечный кредит. Про эту поддержку знали, как бы рассчитывали на нее, получили. Потратим на погашение ипотечного кредита. У нас как раз остался остаток вот необходимый, и мы им погасим. Хорошая новость для тех, кто планирует стать многодетными родителями в новом году. С 1 января размер как федерального, так и областного материнских капиталов заметно увеличится. Последний составит 130 тысяч рублей. Неплохой стимул для увеличения роста рождаемости в Кузбассе.